Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Инвестиционные идеи» за сегодня. А сегодня у нас с вами уже 26 февраля 2020 года, среда. Ждем активный трендовый день и также ждем весны, которая будет с нами всего лишь через 3 дня. Друзья, через 3 дня уже весна. Надеюсь, у вас такое же хорошее настроение, как у меня. И мы с вами двигаемся в инвестиционные идеи, технический фундаментальный анализ. Давайте посмотрим, что у нас интересного, как на этом заработать деньги. Напомню, что мы с вами определяем стратегические направления движения по каждому инструменту. Евро-доллар, конечно, в центре внимания. Посмотрите, что он показывает, начиная с пятницы. Хороший отбой. Напомню, что мы с вами в четверг усреднились. Птица Take Profit показала Take Profit на 1.1150. Птица никогда не ошибается. И вот всю неделю мы идем наверх. Придем. Причем, обратите внимание, в начале дня подсадка, потом резкое движение наверх. И если вы посмотрите на часовой график, вы обнаружите следующее. В 17.00 или после 17.30, точнее, когда приходят американцы, до 17.30 подсадочка некоторая, боковичок. Вот смотрите, пятница, 21 февраля. Потом резкий пробой и движение наверх на приходе американцев. Потом ночью после американцев просадочка. Азиатская сессия, боковичок. В 17.30 пришли американцы, это уже 24 февраля, резкий пробой наверх. Вчера, 25 февраля, та же история. После прихода американцев легкая просадочка, боковичок. Вот. И ну, в этот раз было не в 17.30, а в 18.00, на полчаса позже, резкое движение наверх. Но картинки, согласитесь, одинаковые. Какое-то одинаковое шоу. Будет ли оно сегодня таким же? Это большой вопрос. Это большой вопрос. Но в любом случае, я бы, например, сейчас евро не покупал, не продавал. Подсаживаться вниз, рисковать идти на коррекцию, мне кажется, опасно. Но вот в 17.00 приобрести евро-доллар, посмотреть, не будет ли третьего пробоя, вернее, уже четвертого пробоя наверх, начиная с пятницы, считаем, четвертую подряд торговую сессию, не будет ли пробоя наверх, я бы, например, посмотрел. Тем более, что тренд восходящий на часовом графике, я думаю, с этим никто спорить не будет. Стоять ли вниз на коррекцию к нижней границе, потому что мы на нее всегда приходили. Посмотрите, три касания уже есть. Мне кажется, рискованно. Ну, попробовать, наверное, можно. Здесь какие-то деньги есть, без сомнения. Но тут вопрос в том, что пойдут ли на эту коррекцию. Здесь 20 пипсов. Вот для кого 20 пипсов деньги, наверное, можно постоять. Для кого как бы это не является целевым торговым ориентиром, лучше не надо. Лучше в 17.00 подождать здесь, пока подснизится. И вот где будет 17.00, там и приобрести, имея в виду, что американцы придут в 17.30, и, возможно, толкнут это все опять наверх, потому что это уже паттерн, согласитесь. Это уже закономерность. И сегодня среда, трендовый день. Сегодня мы как бы по условиям технического анализа должны идти наверх. Слома тренда в среду все-таки как бы редко ожидаем. Вот. Да, вот такая концепция. 20 пипсов вниз. И ну, давайте даже обозначим для себя. 20 пипсов вниз и затем движение наверх. Так что посмотрим, что из этого плана получится. Это исходя из теханализа, поскольку у нас идет первая часть, технический анализ. Фундаментальный анализ. Тут другая история, но мне кажется, что в принципе концептуально... Ну нет, давайте включим дневной график. Не концептуально, никак. Здесь все-таки евро уверенно идет наверх. А фунтик все-таки подсбаивает. Подсбаивает, в частности, в понедельник он был минусовым. Нет, по фунтику ничего не скажу. Формально он должен идти наверх. Но уверенность в данном случае у меня гораздо меньше, чем по евро. Скажем, если по евро 51% у меня надежда, что евро пойдет наверх, то здесь 50,5%.
Доллар, японская иена. Слушайте, ну вот теханализ. Вот была зона сильного сопротивления. Она стала сильной поддержкой. Вчера ее не взяли, сегодня отбиваемся. Вот работает теханализ. Ну вот что-то не верю. Мне кажется, продолжится движение вниз после некоторого отбоя. Я в доллар сегодня не очень-то и верю, честно вам сказать. Не очень. Ну вот, кстати, Николай Пенза пишет. Вчера по РЕН-ТВ задались вопросом, а был ли коронавирус? На этом канале иногда бывает просветление разума. Вчера таки достали 1.0880, добрав стопы столь хитрых шортистов и добив их же до 1.0890. Сегодня только вниз. Ну не знаю, Николай Пенза. Теханализ, мне кажется, все-таки у каждого в голове свой теханализ, без сомнения, но я что-то сомневаюсь. Мне кажется, доллар сегодня должен подсесть. По франку доллар снижается, начиная с пятницы, друзья. Для меня это загадка, почему такое движение. Ну, по франку вроде бы сильно положительных новостей не было. Но, тем не менее, это происходит, поэтому что? Да, франк, доллар, франк вижу вниз. Вот он с утра попытался пройти наверх, не удалось. Вполне себе вижу вниз. Он, конечно, повторяет в значительной степени движение евро последние 4 торговых сессии. И корреляция, вот последний еще раз повторяю, начиная с пятницы, корреляция налицо, друзья. Доллар снижается. Доллар канадец. Вчера снизился, сегодня пытается отбиться. Посмотрим на нефть. Австралиец. А вот австралиец пробивает вниз. Смотрите, не могут его удержать. Австралиец пробил сильную поддержку 0.6583. Сейчас 0.6575. И он смотрит вниз. Какая-то удивительная внутренняя слабость. Доллар, турецкая лира тоже идет наверх. Вы замечаете, что два этих инструмента уступают доллару, зависимо ни от каких обстоятельств. ДАКС. ДАКС провалился, коронавирус добивает, глубокое движение, да, ДАКС вниз, S&P 500 провалился, глубокое движение, да, вниз. Мы поговорим в фундаментальных новостях, почему это происходит, ничего тут с этим не сделаешь. Золото, друзья, тоже провалилось вчера, но сегодня смотрит наверх. Очень двойственная картина, в серебро та же история. Не верю ни в золото, ни в серебро. Думаю, тоже немножко подсядут они в этой ситуации. Сейчас будет удивительная история. Просаживаться будет все. Такое вот называть вам резервный актив даже не могу. Нефть 49.65. Очень сильный психологический барьер прошли по WTI. Апрельский контракт у нас. 49.61 был лой сегодня. Да, вниз экономику прямо подрывают. 54-55 нефть у нас бренд. Я думаю, обновят лои на этой неделе. Судя по той компании, которая общественная, которая идет. Натуральный газ. Я, кстати, удивлен, почему у меня натуральный газ остановился на 24-м числе. Ни вчера не было, ни сегодня. Надо узнать, что у нас с котировками натурального газа. Китайский юань, друзья. Здесь тоже у нас какая котировка? Нет, это свежая, 26-я. Доллар, китайский юань пошел наверх. Доллар, рубль, друзья. Доллар идет наверх. 65-58 в моменте. Доллар идет наверх, коллеги. Доллар, рубль. Интересные дела. Ну, а еврик, друзья, да, сегодня он проседает, но давайте включим часовой график и будем мониторить. Во-первых, будут ли эти 20 пипсов вниз в течение дня, и что случится в 17.00. Вот такая история у нас на техническом графике. Давайте посмотрим, что говорят глобальные новости. Коллеги, главная новость сегодняшнего дня, она совершенно однозначна, это... Медицинские власти США анонсировали экстренные меры по коронавирусу, что удивляет, там единицы заболевших, но тем не менее. И посмотрите, какие слова говорит представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США Нэнси Мессанье, возглавляющая Центр иммунизации и респираторных заболеваний. Она сказала журналистам, что
Предприятия должны готовить планы по удаленной работе сотрудников, а учебные заведения по дистанционному обучению. Для нас это хорошая новость, у нас все дистанционно. И Трейд ТВ прямо готов к коронавирусу, прямо с момента рождения в 2014 году. Вот. И на Трейд ТВ коронавируса нет. Коронавирус через Трейд ТВ не передается, друзья. Другие разные показатели передаются. Агрессивность, жажда заработка, вот такие вот вещи. А вот коронавирус нет. Обеспокоенность американских чиновников от медицины повысила распространение коронавируса в Европе, в частности, в Италии, а также в Иране и других странах. Вопрос не в том, произойдет ли распространение коронавируса в США, а в том, когда и в каком масштабе это будет, говорит медик. Вот так вот. Посмотрите, Мессонье призвала учебные заведения готовить планы по дистанционному обучению в случае пандемии COVID-19, официальное название коронавируса, а работодатели рассмотреть вопрос о замене очного общения с сотрудниками видео и телефонными конференциями. Все, экономика подорвана, все, ничего. Сейчас все останавливается, сейчас сборка вся должна остановиться. Вот запустили 4 завода Toyota в Китае, их надо останавливать. Вчера их запустили, сегодня надо останавливать. Все, паника достигла какого-то высшего уровня. И америкосы своим этим заявлением, сегодня оно поедет, ночью было, по Москве уже было после полуночи. Вот, сейчас оно будет переведено на все языки мира и понеслась. Если штаты такие меры экстренные вводят, значит проблема существует. Хотя я сомневаюсь, но по-любому это вот так происходит. Большой удар по всему, что связано с реальной экономикой, везде, где есть сборка, продажа. Конференции, по сути, все подорваны. Сейчас куда-то ехать на конференцию, ой, опасно, там же со всего мира люди. Вот. В отпуск даже элементарно. Сейчас я чувствую, все отпуска лучше дома проводить, потому что люди узнают, что ты был где-то за границей, там мало ли с кем-то контактировал, а еще руку перестанут жать, потому что через рукопожатие это все может быть передаваться. В общем, целая история. Прямо вот это заявление Нэнси Мессонье, это прямо, как знаете, гром среди ясного неба. Все были уверены, что америкосы на всех коронавирус нашлют, а себя закроют. А у нас скажут нет, и все. И поэтому давайте к нам и деньги, и люди, и производство. Мы их в этом подозревали. Нет! Они и себя сейчас подставили, капитально причем. То есть сейчас все фонда мировая, из-за того, что Америка закрывается, мировая фонда сейчас вся в ноль. Ух, такое впечатление, что там уже пора этот кризис организовывать. Полное впечатление, что америкосы реально организуют кризис, чтобы не отдавать деньги. Все, друзья, двигаемся дальше. США на год продлили введенные из Украины и Крыма санкции против России. При этом политику свою они не забывают. Трамп пригрозил расширением санкций против покупателей нефти Венесуэлы. Тоже не сильно хорошая новость. Вот удивительная новость. РЖД выйдут из проекта на 1,2 миллиарда евро в Иране из-за санкций США. Опаньки. Вот, смотрите, мы-то сами под санкциями, но РЖД не хочет попадать под секторальные санкции в Иране. Тоже такой показатель серьезный. Значит, результаты санкций мы ощущаем или, во всяком случае, не хотим их усиления. Друзья, в Армении удивительная история. Судят сразу бывших двух президентов Роберта Кочеряна, Сержа Саргсяна. Одного обвиняют в государственном перевороте, второго в коррупции. Это редкий случай, чтобы сразу два президента бывших оказались на скамье подсудимых. Такое бывает иногда. Например, в Аргентине за события 80-х годов тоже осудили сразу двух бывших президентов. По-моему, обоих аргентинцев на пожизненное. Там что-то серьезнейшие такие вещи были по ним. Вот смотрите, в Армении та же история, крайне редкая. Ну, понаблюдаем, чем закончится. Друзья, и главная новость пришла тоже из Америки. CNN в прямом эфире опубликовала новость, которую надо показать. Потому что вы можете не поверить, что такое может быть, что такие заявления могут распространяться. Россия спасена, друзья. Посмотрите,
Посмотрите на эту новость. CNN. Алкоголь убивает коронавирус. Вот такая, друзья, новость. Это новость дня. Вот, Россия спасена. Я знаю, что у нас никакая гадость не возьмет, но чтобы вот настолько мы были защищены, это прямо вот молодцы, молодцы. Я тоже, кстати, не верю в это особо. Ну, вот пошла официальная тема. Будем надеяться, это так. Все, так что, может быть, знаете, если это будет единственное спасение от коронавируса, может, мы будем с утречка по 100 грамм коньячку и в эфире встречаться. Ну что, как дела? Коронавирус победили? Победили. Лайла. И в таком духе проводить все наши эфиры. Все, друзья, монета. Давайте спросим у монеты, что она думает. Две у нее стороны. Buy, sell. Вчера, кстати, монета показала buy. Напомню, мы говорим с вами по WTI. Но, к сожалению, состоялся sell, причем sell серьезный. Вот, и ставим монете, естественно, минус, мы тут умнее не придумаем. Давайте спросим сегодня, что она думает на этот счет. Бросаем монету, опаньки, смотрим. Бай видит монета и сегодня с поразительным упорством. Монета, ну какой бай, все сыпется, все валится. Вот, что значит железная. Недельные запасы сырой нефти, друзья, макроэкономика. Вчера показали положительные 1,3 миллиона, ну небольшие. Сказать, чтобы они толкнули что-то вниз, не сказать. Далее, друзья. Ну, кстати говоря, все вот эти сейчас надо ясно понимать, что сейчас все макроэкономика имеет гораздо меньшую роль, чем новости по коронавирусу. Но тем не менее, 18.30 запасы сырой нефти ждут 2 миллиона баррелей положительных. На этом все. Подводим итоги, друзья. Случилось то, чего как бы многие не ожидали, в том числе я, что американцы примут на себя коронавирус, причем такой в острой, резкой форме, что работникам советуют работать удаленно, студентам учиться удаленно, все конференции удаленно. Это на уровне Министерства здравоохранения США. Это, конечно, очень серьезное развитие в плане паники по коронавирусу, без сомнения. Поэтому сегодня ждать роста фондовых рынков мировых, ну, так очень проблематично. Что касается рынка валют, доллар, конечно, подсаживается на этой новости, но будут отдельные истории. Например, австралиец и турецкая лира падает. Видимо, там дела внутренние еще страшнее, чем коронавирус. Вот, то есть можно зарабатывать и на росте доллара, и на его падении. Я, как вы знаете, стою в покупках евро-доллара, поэтому я думаю, что в этой ситуации, поскольку Америка только что объявила проблему, итальянская проблема уже как бы понятна, она уже прозвучала два дня назад, а поскольку итальянцы вот сейчас в моменте, ну, ночью эту проблему озвучили, естественно, эмоционально движение будет против доллара США, но в то же время не надо забывать кукловодов, которые могут толкнуть любую валюту в любую сторону, когда захотят. Поэтому без фанатизма внимательно следим за новостями. Ну а тот, кто верит в евро-доллар, присоединяйтесь. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.